улице Ленина на участке от улицы Гайдара до улицы Героев Сталинграда начались работы по ремонту дорожного покрытия, наружного освещения, тротуаров и бордюров. По многочисленным просьбам жителей города на заседаниях депутатской комиссии был рассмотрен вопрос реконструкции данного участка улицы Ленина и принято решение о выделении средств на проведение ремонтных работ. Должно быть заменено и установлено новое наружное освещение, это замена опор, прокладка новых кабельных трасс, а также здесь будет еще дополнена прокладка кабельных трасс для иллюминации. Общая стоимость по этим работам на этот год запланирована в размере 300 тысяч гривен. Запланированы работы по ремонту тротуаров, бордюров и замене дорожного покрытия. Каждый год на реконструкцию и на ямочный ремонт на улице Ленина тратились средства с городского бюджета, и эти средства все возрастали и возрастали. После того ремонта, который будет здесь проведен, можно будет 15 лет пока что забыть о ямочном ремонте. Чтобы не поднимать эту дорогу вверх, иначе она в конечном итоге выйдет выше тротуаров. Мы снимем шар порядка 6 сантиметров, шар асфальта фрезой. Уменьшится, понизим дорогу, а потом уже нарастим на нее слои. Там будет положен выравнивающий слой для обеспечения двухскатного профиля дороги в поперечнике. И положим верхний слой. Заранее приношу извинения нашим водителям за неудобства, которые мы создадим их. Ну, дорогу закрывать мы не будем, но придется, будем суживать проезжую часть, поэтому возникнут какие-то определенные неудобства для вождения. Ну, это надо будет пару месяцев потерпеть. Зато будет новая красивая улица с новыми фонарями, с новым асфальтом. Компания «Автодор» будет осуществлять большой объем работ на участке около 300 погонных метров. Общая площадь дороги будет проезжей части вместе с карманами составлять 8700 квадратных метров. Полоса безопасности будет порядка 600 квадратных метров. Необходимо будет заменить порядка 960 погонных метров бордюр. Это с двух сторон. И поднять, опустить люка, которые расположены на проезжей части. С бюджета выделено на участок от улицы Ленина до улицы Героев Сталинграда на реконструкцию 500 тысяч гривен. И это с городского бюджета. За государственного бюджета будет выделено 1 440 3 тысячи гривен. Все ремонтные работы планируется завершить до 1 сентября, чтобы в новом учебном году дети пришли в школу уже по благоустроенной, хорошо освещенной, преобразившейся улице.